Здравствуйте, друзья! Наверняка все, кто бывал в баре, знают пекару Словенскую, но тем не менее, если кто-то еще не знает, я хочу вам немножко про нее рассказать. Помимо того, что можно купить хлеб разный, черный, белый, серый, можно еще и посидеть, попить кофе, чаи различные, взять какую-нибудь себе выпечку. Здесь большой ассортимент различной выпечки, всегда все свеженькое. Мы здесь практически каждый день берем. Что значит практически? Мы каждый день здесь берем. Можно также взять заморозку. Это пельмени, вареники, блинчики, различные чаи, мед, квас, тесто, сладости, тортики, пирожные. То есть ассортимент для того, чтобы побаловать себя, очень большой. Находится пекара между Обществиной и Школой Югославия. Найти достаточно легко.